Итак, здравствуйте, дорогие зрители, это Леонард 0055 у микрофона, и это... И это предпоследний эпизод Лего Звездных Войн The Legend Trilogy, и это эпизод 17. Yeah, на осталось только закончить этот эпизод, и следующий, и мы, ну, мы закончили прохождение, по идее. Вроде бы, закончили. Продолжаем. Далее и Капитан Антерес. Мы продолжаем. И продолжаем в другую сторону. Так, что я помню об этих эпизодах? Я не помню, какой сейчас точно будет, но я точно знаю, что два последних эпизода тут довольно-таки короткие. Там все? О, это неплохо. Хороший эпизод. Это сейчас зайдем, и я вам все скажу. Сюжет. Эпизод 6. Возвращение джедая. Глава 5. Судьба джедая. Вокруг звезды смерти бушует битва повстанцев с войсками империи. В это время Люк Скайуокер вступает в бой с Дартом Вейдером, своим отцом, который когда-то был Энакином Скайуокером. Начав жизнь мальчиком лбом на Татуине, Анакин прославился в войне клонов и в итоге стал лордом ситхов, внушающим уж всей галактике. Перед лицом императора Палпатина своего злого повстанца, Вейдер должен сразиться с сыном и встретить свою судьбу. Мне кажется, эта штука была больше, когда мы соедрались. Эта штука была в два раза больше этой. Где-то она до верхушки ей дотягивает. Кстати, как они Люка поймали? Я очень давно не смотрел фильмы. В этом объясняется. Но здесь ничего. Просто... Мы его схватили. Вроде бы все. Да, в фотошопе надо было еще поработать. Это уже сказал. Unlimited power! Я не знаю, отгайд в имени. Просто это такой мим сейчас стал в интернете. Как-то мы пропустили битву Люка с Дартом Вейдером. Немного. Чуть-чуть. Много. Совсем. Ее не было. Да. Кстати, можно играть Дартом Вейдером. Рейфл Дарта Вейдера. Харай. Ауч, 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 ауч. По мне. Ауч, ауч, ауч. Так. А как было победить того парня на той стадии? Когда он начинает вас шокировать молнией, вы сразу переключаетесь на другого персонажа. То есть нажимаете на К. И на 3. Так, насчет этих парней. Их довольно-таки тяжело победить. У каждого из них по 4 жизни. Ну, к счастью, их только 2. Их больше не появляется. Но они появляются после каждого раза, вы деретесь с Палпатином. И можно скружить ауч. Что это твое сделать, честно? Они идут два одновременно, жаль. Жим. Пока! Кстати, насчет Дарта Вейдера. Как видите, тут есть кирпичи с классным сиянием. Им только могут управлять сифы. Кстати, не нравится, как назвать их сифты. Как-то... Сифки, ну все, как-то звучит несерьезно. Сифа это правильно. Их так называют в английской версии. Сиф, точнее. Ну, сиф, сифлот как-то. Повелитель сифов. Как-то, знаете, лучше звучит, чем сикты. И как-то. И как их назвать по-дурацку? Так, достанем этот набор. Довольно-таки легко. По-моему, что-то можно получить, если. Достаточно быстро.
И классный набол. Довольно-таки легко. Классный кубик, а не набол, пардон. А, собирать, тут ничего нету. Просто так. Так, что я хочу сказать? Что-то я хотел. Так и не могу вспомнить. Тут целая куча монет внизу. Интересно. Кстати, походу, то это совсем неплохой способ подзаработать. Можете эти ломать, если хотите. И они почему-то висят в воздухе, если присмотреться. Так что нужно еще сделать. Да, собрать это. Кстати, это будет единственная зона, которая будет на этом уровне. А практически весь этот уровень — это одна большая... Вот тут вместе все неплохо, да? Так что я хотел сказать. Практически весь этот уровень — это только один большой босс. То есть Палпатин. А, только это. Пожалуйста. Сюда. А вот эта часть. Здесь вам нужно запомнить, как пройти. Как видите, они будут мигать туда-сюда, туда-сюда. Вам надо правильно угадать. Я не уверен, можешь через эти прыгать или нет? Нет, нельзя прыгать. Ауч. Это убивает вас, кстати. Так, значит, стою на месте, когда они начинают гореть. Ауч, ауч. Это было больно. А, увернулся. Атака. Так, он шокирует вас, переключаемся на другого персонажа. И атакуем его тем персонажем. Бьем его опять. Кстати, если я правильно помню, то в новой трилогии, то есть первый, второй, третий эпизод, то там говорят, что Энакин Скайуокер — это избранный. Энакин Скайуокер, как вы, наверное, уже слышали в начале этого эпизода, это Дарт Вейдер. Я здесь Люка. Так. Вау. Я этого не ожидал. Такого он даже не делал. Так, что я хотел еще сказать? Что-то я хотел. Что-то он очень любит вас шокировать. Кстати, кто-нибудь помнит, чтобы в фильмах у Палпатина вообще был меч? Я не могу этого вспомнить. Помнишь, что у него была молния? Но меч не припомню. Так, можно достать этот набол? Кажется, можно. Да. Довольно-таки легко. Заодно получается неплохое количество монет. Так, спускаемся вниз и... Хай-йоу! А, проклятие, слишком далеко бы. Ну ладно. А, вот прям в воздухе меня прибил. Я даже не успел так закончить. И все. Видите, у них ловно 4 жизни. Набол. Это набол, это набол. Мы можем достать. Можем попасть сюда. Эта зона, кажется, ничего не делает. Только вы можете платить по всем этим, и что-то, кажется, будет, но я не уверен. Набол. А, это уже 4 из 10. Мы бьем за наши рекорды. Сколько у нас было рекорд? 6 из 10, кажется. Ой, да он таки веселый. Наверное, ну, учитывая, что тот веселый, не надо было особо его сильно, как бы, большим делать. Поэтому они тут решили сосредоточиться больше на деталях, как вы видите, и на сюрпризах. Это довольно-таки забавные некоторые. К сожалению, забавных вы тут, кажется, не увидите. Так, а что эта штука делает? А, это бонус. Это, кажется, охотник с Гавайем будет, да? Да. Тут такой секрет, но... если вы видите, да, то вы поймете, что это охотника за Гавайями, кажется, штука. Может быть, с этой пол, но... Не, все-таки охотник за Гавайями. Давайте-ка продолжать. Теперь, если не ошибаюсь, мы будем с ним драться вот здесь.
Не, не, ну, я другое место говорю, но все равно. И мол, не, ха-ха, не буду бавать. Я даже не помню, откуда это появится. Кажется, он говорит это в третьем фильме. Вроде бы. Луби. Мне кажется... А, так, а, давайте-ка зарабатывать стратегию. Сука, я не помню. Так, и не знаю, так. Придумаем до них сейчас. Кстати, эти ребята сейчас только на этом уровне, что мы можем быть им благодарны за что. И жутко трудно победить. Но им довольно-таки прикольно играть. Они, ну, можно сказать, уникальны. Блин. Так. Стратегия. Сначала убиваем одного, и другого душим Далтон Вейдером. Довольно-таки легко, да? Наверное, когда вы играете, даем еще легче. Просто пока один отвлекает одного, Далт Вейдер убивает своего. И когда он убил своего, он просто убивает другого. Еще легче. К сожалению, у меня не было возможности поправить. Так, тут только сюрпризы, мы туда попасть не можем. Тут надо было мы достать. А, тут одного нет. Ну там что-то должно было быть, но... Так, забираем это. И идем наверх. У него осталось только 5... А, да. Use the first look. Используй силу люк. А, наоборот. Нельзя достать меч, пока прижим все силы, да? А, вот тут он будет перепрыгивать с одной стороны на другую, что, может быть, слегка будет надоедать. Так, а, все, почему, что? А, вот. Ничего не поезд, да? Ну, ладно. Так, я еще кое-что хочу сказать насчет этого уровня, что я вспомню. Так, в этом уровне еще довольно-таки удобно собирать сюрпризы, поскольку, мне кажется, мы его почти победили уже. А, ну да. Так, ну, в этом довольно-таки легко собирать сюрприз, поскольку... Ауч. Люк. Use the first look. Используй силу, люк. Используй силу. А. I am your father. Это было неплохо. Так, у него осталось последнее сидечко, и это последняя стадия босса. И, что хотел сказать, да, тут очень легко собрать сюрпризы, поскольку, как в других уровнях, вы пройдете, ну, не во всех уровнях, но, там есть такая стадия, где вы можете назад не вернуться в тот уровень, где вы были, ну, в ту часть уровня, где вы хотели бы достать на болт. Здесь вы можете куда угодно идти, и он не такой большой попасться, так что тут все довольно-таки легко. Кстати, там прикольный сюрприз в этой комнате, но я показать, к сожалению, вам его не могу. Так. Давайте-ка будем Далтон Вейдер. Далтон Вейдер, новый персонаж. Так. Далт Вейдер. Давайте-ка будем Далтом Вейдером. И прикончим его. Кстати, тут еще удобно, очень легко даже собрать истинного джедая. Поскольку, как я уже сказал, вы можете идти куда угодно, когда угодно. Давайте-ка просто до смеха соберем это. Я просто потрачу ваше время за. Да-д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 а. И вы будете слушать, как я ужасно пою в это время. Хе-хе-ха. Троллфейс. Ну ладно, давайте-ка. Давайте-ка соберем. Нам не так много осталось, если быть откровенным. А там вроде бы все собрали уже. Просто проигнорируем его на секундочку. Пройдем мимо. Он побежит за нами. А, нет. Где же этот скот тут был? Вот. Кстати, насчет этой игры, что я, кажется, забыл сказать. Но кажется, тут отдельно... Да, тут, если не ошибаюсь, тут раздельно вот эти, Истинный джедай в свободной игре и в обычной. То есть, чтобы собрать... На каждом тут два Истинных джедая. Чтобы собрать два из них, вам нужно обязательно собрать его
А где на одного? Ну не на одного, но в истории, то есть надо собрать обязательно истинного джедая в истории и обязательно в... И обязательно... И обязательно в... Мозг работай, пожалуйста. Так, и вам надо его еще обязательно собрать в свободной игре. О, привет! Как дела, босс? Так, давайте-ка тут можно взять. Наверное, мы не соберем, да, к сожалению. Ну, бог с ним. Похоже, это все-таки вам довольно-таки тяжело стать истинным джедаем, но прикол тут в том, что... Хотя... Может быть... Мы попробуем собрать тут истинный джедай, поскольку этот эпизод так слишком коротким получается. Наверное, если бы я без этого, наверное, было бы минут 15, у меня предчувствие. Чтобы был бы маленький код. Наверное. Действительно, это один из самых коротких уровней в игре. Я не думаю, что есть короче. Может быть, один из секций на кораблях, но все равно. Поскольку... Единственное, что надо сделать... Его один раз ударить, Палпатина. И мы выиграли. Естественно, это все. Это единственное, что нам нужно сделать. Побить этого старичка, и мы выиграли. У нас не хватает денег. Если бы я не потерял ту 1000, мы, наверное, сейчас были бы уже там. Нам, да, нам, наверное, 50 тысяч нужно, я предполагаю. Лайк небольшой. Похоже, флэпс... Воу! Так, я хотел сказать, пока меня глупо не прививали лазерным мечом, то, что, похоже, флэпс просто не может выжить всю клетежную Палпатина. И его красного светового меча, которого и у него, по идее, вообще не должен быть, судя по фильму. Но все равно. Мы там все собрали. Наверх, Люк. Давай быстрее. Хватит уже тратить время наших зрителей дорогих. Сюда... Пожок. Сюда, ну это координация. Вот это только одну синюю монету. Ну, почти. И вы не дадите мне 100% из-за этого? Да. Наверное, все-таки 55 тут, наверное, нужно, я предполагаю. И он прям за нами будет. И впереди нас. Нет, за нами. Да. Вообще, я должен сказать, что это очень хороший босс. Ему целую не посвятили. Это что-то должно говорить, так ведь? И один из самых эпических уровней в этой игре, поскольку вам не нужно тут прыгать, вам не нужно тут проходить целые уровни, а потом просто драться с штурмовиками. И вас босс просто не убегает, то есть его от вас, и вам не надо просто ждать, пока он придет. Тут чувствуется, как будто он действительно хочет сейчас прикончить, он просто пользуется всем, что у него есть. Он вызывает штурмовиков, он, ну не штурмовиков, как солдат. И он прыгает как раз, когда вы чуть его победили. Близко, и он как раз уплывает и вызывает своих солдат. Ладно, давайте-ка его победим. Хая. И мы выиграли. Это было легко, да? Он только не дал, твердал. Мы только с ним подружились, и мы только ж... Ну, нет, мы не только что, значит, что он наш отец, но мы только с ним подружились. Нет. Люк, я хочу, чтобы твои демоны настоящие лица перед моей смертью. Эй, я еще не закончу мою фразу.
Скажи, что Лего хотя бы решил не делать из его глаз кресточки. Ну, они решили зато забросить его, как какую-то куклу, прям туда, в отсек, но все равно. Они хотя бы не сделали ему крестики за место глаз, когда он умер, поскольку, серьезно, это выглядело просто глупо. О, бесконечная торпеда, мило. Эй, что за набул? А, персонаж. Дарт Вейдер! Yeah! Это последний персонаж, которого мы открыли в этой игре. Проходи историю. Да, вроде бы это все. 92%. Почти. Если бы мы не умели один тот раз, то мы, наверное, погибли. А, были бы у нас все. Так, все, фишек. То 47 набол. Разлет из 99. Я. Мосеси. Мы, кстати, походу там начали собирать имперский шаттл, если кому-то интересно. Так. Дарт Вейдер весь такой крутой. И ждет, пока закончит звезду смерти. Не знаю, но если бы он еще держал свою луку, как смотрит на часы, то это полностью была бы комедия. Ладно, давайте-ка. Так, давайте-ка посмотрим. Давайте купим у нас торпеды, если мы можем. И я думаю, это тогда все. Может, после 49, а 41,9%. Так. Нам это, кстати, может понадобиться в следующем уровне. И он еще понадобится. Так, где эти торпеды? Нет? Нет? О. Отлично. Ага. Это нам очень сильно поможет в следующем уровне. Я вам гарантирую. Так, можем купить последний? Нет? Пардон, не то. Во. Нет, мы еще не можем. Почему? Так, кого мы можем купить? Видели, купили. Имперский гвардеец и император. Это очень оба дорогие. Эти три персонажа мы узнаем потом. О, можно купить Боска, кстати. Денгала и Форлум. Ну, мне кажется, Боск один из самых крутых охотников с головами. С исключением Боба Фетта, давайте-ка его купим. А, проклятие. Давайте-ка тогда... Лади веселья. А, купим нам... Нет. Имперского гвардейца. Ой-я-я. Жалко, нельзя его такая капюшон надеть на персонажа, но все равно. Дайте-ка Боба Фетта встану, я его вам не показывал. Так, с ним можно летать. И... что у него есть за крутые штуки? У него есть... Ну, первый у него есть гигантский бластер. Ауч. Пардон, Люк, извини. Спасибо. Ну, у него есть гигантский бластер, которому лучше не стоит снять джедаев в баре. Так. Вторая крутая вещь. У него есть... ракетный резак. Вот так, он может летать. И почему-то огоньки сейчас чуть-чуть глючат. То есть летают за ним. Что они не должны делать. Наверное, Флэпс помогает. Так. И он может кидать гранаты, что я не хотел сделать, но все равно. Крутая сцена не получилась. Давайте-ка попробуем еще разок. Пистолет. Вот так. Граната. И убиваем. Проклятие. Ладно, если я... Если так. Во, вот это был класс. Ну, и есть еще один материал и чит, и как вы любите называть, который вы можете купить, который вам даст способность стрелять ракет, как Боба Фетт. Что еще понятно? Кстати, кажется, ты мог что-то сделать со своим бастом теперь. Кажется, я вспомнил. Дайте-ка, тут есть штурмовики.
И не дайте-ка посмотрим на Дарт Вейдера. Быстрее, пожалуйста, Джава. Не. Ничего, давайте-ка попробуем теперь включить наш чит. Я делаю этот эпизод очень длинным, так ведь. Ладно. Нет, нет, нет. Сколько я себе плав. И я, наверное, не плав. О, о, да. Так, мы сейчас что маяком можем... Так, посмотрим. Отключим эту штуку. О, да. Попробуем его шокировать, так. Никакого эффекта, да? А теперь попробуем с той штукой. Да, мы узнаем, что это чит делает наконец-то. А, значит, когда вы включаете, вы можете... Если у вас у персонажа есть такой синий пистолет, который стоит электричеством. То есть, ну, шокирует лоботов. Не тот, который вы получаете в создании персонажа, что-то стоит синими лазерами. И он довольно-таки крутой. Ну, это пистолет, ну, просто шокирует лоботов. Но если вы активируете этот чит, то он будет... то он будет, если смогу продемонстрировать, он будет шокировать персонажей тоже, что он обычно не делает. Что ж, тогда это все. И увидимся в следующий раз. Пока. И у нас остался последний эпизод. Я! Yeah!